Еще 500 000 000 гривен планируют замуровать в стену на украинско-российской границе в этом году. И это только на Харьковском участке, где месяц назад отчитались, что все готово. Сегодня открыли новый отдел пограничной службы, топали административное помещение, 8 квартир и оснащение 40 километров границы обошлись почти в 90 000 000 гривен. Новый отдел пограничной службы топали. На мониторах в центре управления службой просматриваются 40 километров украинско-российской границы. На мониторах вводится изображение с левого, с правого флангу, около вид пункта пропуска Пески автомобильного, а также изображение автомобильного пункта пропуска Пески. Этот отдел сегодня открыли в рамках программы инженерно-технического укрепления украинско-российской границы. Кроме служебных помещений, семейным отличившимся пограничникам выделили 8 квартир. Уже крыша над головой. Самое главное, в Купянске живем здесь 70 километров отсюда, от подразделения. Добираемся электричкой, потом автобусом. Инспектировать новое подразделение прилетели секретарь СНБО и глава МВД. Говорят, с борта вертолета хорошо рассмотрели стену на границе. Смогли за квартиру побачити натяжні кордони нашої батьківщини. Хочу сказати, що деякі позиції вже обладнані. І це зроблено достатньо надійно. Створені не тільки рубежі, які мають і технічний, і силовий захист. Зокрема, дуже чітко ми бачили бойові опорні пункти на кордоні. Месяц назад глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко поспешил заявить, проект «Стена» в Харьковской области завершен, работы выполнены. Сегодня же министр Аваков уточнил, в харьковский участок нужно вложить еще 500 000 000. В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, для того, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом «Европейский вал». Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году, порядка 200 000 000 гривен. И проектом бюджета, корректировки бюджета, который позавчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 000 000. Правда, из уже запланированных 200 000 000 в этом году пограничники за 5,5 месяцев этого года смогли освоить лишь 6-ю часть. По делянке Харьковского завода, если брать по Ріввал, то на 86% работы выполнены. По ракадным дорогам выполнено на 55%. Металевая огорожа выполнена уже на 67%. Обладнати необходимо еще 23 опорных пункта на 5 человек. Это біля міст несення службы. Если в этом году на Харьковском участке успеют замуровать в стену еще 500 000 000 гривен, то в следующем переместятся уже в Луганскую и Сумскую области. А вот о Черниговском участке границы, где через фирмы-посредники вывели почти 2 000 000 гривен, министр пока молчит. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.